Город готовится отметить 1 и 9 мая. На днях коллективы предприятий вышли на уборку на городском кладбище. Там провели общий городской субботник. На борьбу со снегом вышли работники ПТВС, ВГСЧ, цеха окончательной доводки Мирнинского комбината. Техникой помогли «Алмаздортранс», МУП-коммунальщики, «Прииск», водораздельные галечники. В результате на кладбище очистили внутриквартальные проезды и вывезли более 600 кубометров снега. Также в порядок привели 7 захоронений участников Великой Отечественной войны.